Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД объявила охоту на автомобили, зарегистрированные на умерших людей. Дорожная полиция, сообщается, за рулем уже выявила более 300 тысяч таких машин. А что удобно, считают многие наши соотечественники. Если письмо счастья придет, то платить-то будет некому. Госавтоинспекция предупреждает, что нарушители в данном случае будут наказаны по статье «Управление незарегистрированным автомобилем». Штраф на первый раз от 500 до 800 рублей. Трасса 101. В прошлом году водительские удостоверения впервые получили 1 миллион 330 тысяч наших соотечественников. В 2018-м, по данным МВД, таких было на 17 тысяч больше. Чаще всего права выдавались в Московской области, реже всего на Чукотке. В Кировской области, как ранее информировала госавтоинспекция, теоретический экзамен на права с первого раза успешно сдает только каждый второй выпускник автошколы. Практически лишь каждый четвертый. Трасса 101. Организация Объединенных Наций похвалила ряд стран за снижение смертности в ДТП в период пандемии. Россия в список не попала. Речь идет, в частности, о Франции, Швеции и Норвегии. Число смертей на дорогах за последние недели там сократилось на 50-60%. С другой стороны, специалисты указывают на опасную тенденцию. Водители на опустевших городских улицах стали чаще превышать скорость. Например, в Манчестере число таких нарушений выросло в полтора раза. Трасса 101. В середине мая стартуют продажи второго поколения Skoda Rapid. Лифтбэк будет стоить минимум 792 тысячи рублей. Машину отличают решетка радиатора шестиугольной формы, стреловидные фары, рельефный капот и узкие задние фонари. Моторы бензиновые, объемом 1,6, мощностью 90 либо 110 лошадиных сил, а также объемом 1,4, мощностью 125 лошадей. Трансмиссия, пятиступенчатая механика, либо шестидиапазонный автомат, либо семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Трасса 101. УАЗ «Хантер» получил электрический мотор. Без подзарядки внедорожник может проехать около 200 километров. При этом ему сохранили пятиступенчатую механическую коробку передач и подключаемый полный привод. Такое чудо сотворили в Чехии. Машину будут продавать за 40 тысяч евро, 3 миллиона 200 тысяч рублей по нынешнему курсу. Рассчитана она в первую очередь на фермеров и лесников. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.